Вот так вот. Авы, вы на канале Сики Вадит Этас. Меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Don't Starve. Поехали. Значит, сделаем мы, наверное, еще одну. Поставим... А, там закопались уже, да? Здесь поставим тогда. Ты мимо поставил. Ты мимо поставил. Вот здесь-то. Ну, блин. А чё это? Так мимо ставить? Ты, конечно, ничего-то не поймаешь. Вот здесь давай. Не хочет так близко, не хочет. Ладно. Где моя кирка? А чё у меня два молотка? Да. Где это топливо? Хочешь есть? Да, я знаю. Я тоже. Давай. Не то. Золото мне надо, а тут его и не будет, конечно же. Селитра разве что будет. Селитра мне пока что не особо-то и нужна. Опай. О, расцвело. Короче, мне надо собирать семена. Раз такая хорошая погода пошла. Вот, как раз они и есть. Зеленых грибов еще было бы неплохо, но они, наверное, только вечером. Поэтому... Зелеными грибами будет напряженка. Да, сломал. А скоро у меня и веточки закончатся. Так что мне надо еще и помимо этого говна травяного. А мне надо собирать еще и... Пустые эти. О, где? Что это такое? Факел. Подними. 44 пригодится, может быть. Это что я тут побросал? Что же еще? Так. И саженцы, да. Саженцы тоже. Давай. Мне надо бы сетку сделать и плавать. Наверное, уже потом. Буду плавать. Так. Ага. Сейчас, наверное, поплывем, это все дело посадим. И засадим нашу поляну. Уже 6 семян есть. Отлично. Так, ну с травой, наверное, пора закругляться. Надо этих немножко. А то они что-то не растут. Вообще плохо растут, короче. Все надо вроде как. Ладно. Так сделаем. Так, жрачки нету. Мне нечего будет даже жрать на моем родном острове. Ладно. Что же сделаешь? Ради... Да, блин, ну ты чего? Сейчас срубим. Это дело. Я надеюсь, на голову ничего не прилетит. На всякий случай, давай. Всегда с содроганием жду, что оно мне упадет на голову все-таки. Бросай. Руби. Потому что жрачки нет. Сейчас начнут умирать. Это будет просто атас. Ага. Мне посоветовали его приготовить. Я, наверное, его и приготовлю. Не туда. Вот это. Ой, семена пошли у нас. А что оно порченое это сразу, это семечко? Берет, и оно порченое. Оно чуть-чуть улучшается, когда я новое беру, понятно. Типа, свежее зерно восстанавливает старые зерна. Так, все, наступает ночь. Надо лупашить на свой остров. Не хочется их так жрать, но чувствую, придется, блин. Если подожмет. А может и нет. Топору сейчас будет жопа, все, понятно. Интересно, его можно как-то ремонтировать? Так, один. Один кокос. Что так плохо-то? Почему один кокос? Ладно, мы его посадим. Лопата уже приходит в негодность, поэтому... Все очень плохо. А нет, точно я забыл про крабов.
Про крабов надо вспоминать. Убей. И съешь. И в ловушку поставить на место. Молодец. Съешь. О, отлично. Что ли еще одну ловушечку здесь сделать? Блин. Ладно, съешь так. О! Хорошо. Пока не стемнело, надо на свой остров. Палочки и веревочки. Будем знать, что здесь у нас куча ловушек, и по ним можно пройтись и пособирать добро. В смысле краба. Давай. Пока еще не поздно. И золото бы мне стоило накопать, конечно же. Ну ладно. Золото накопаем как-нибудь в следующий раз. А тут надо пожарить, приготовить кокосы. Один, может, я даже посажу, не знаю. Веток надо насадить. О, это дело. Это дело, это хорошо. А чем мне будем, чем мы будем разжигать его? Вот этим. Пускай здесь валяется. Давай. Ага, ешь. Хорошо. Кокосы. Готовь. Надеюсь, что-то хорошее приготовится. Вроде должен. Так, пока еще не стемнело. Трава. Здесь будет у нас травяной участок. Так. И это дело тоже. Под тебя. Ага. Темнеет, блин. Темнеет, темнеет, уже совсем темнеет. Уже вообще темнеет. У нас семена надо сажать. Слава богу, 10 семян набрал. Это на крайний случай будет у нас дело. Еда. Хорошо. Это я хотел посадить. Ты приготовил? Фруктовый коктейль. Ешь. Нормально. Пополнила даже всего понемножку. Но я не знаю, что лучше. Есть их так или сажать. Фу, блин, есть их так или же. Или же не так. Так, у Пакима надо забрать кучу всякого. Разожги, наверное, сильнее. И посадим еще травы. Да-да-да, сохраняй. Сохраняй, конечно. Нет слов, чтобы описать, как я рад, что он так сажает. Что мы едем в Ленинград, нахрен. Сажай. Кто-то ревет. Я не знаю, что ревет. И меня это очень накаляет, что он ревет. Так, это надо... Мне нужен еще один сундук. Чувствую, время пришло. Давай, здесь. Да. Угу. Это сюда. Это возьми. Где-то у нас была сетка. Здесь. Это сюда ложи. Так, дрова пускай тоже будут здесь. Мы будем знать, что они здесь. Я надеюсь, я не забуду, что они там. Твой гончий. Здорово. Это в животе у него ручит? Я не могу понять вообще. Как там делаются эти сетки вообще? Ловушка для птиц. Ага. Палки бамбуковые и веревка. Бамбуковые палки и веревка. Бамбуковых палок мы сейчас сделаем. Чё его копаю, блин? Чё его кромсаю? Факел пока тебе. Да, верёв возьми, сейчас будет. У меня же оно есть, точно. Но мне надо сделать лопату.
на всякий. Лучше надо сделать лопату. Для этого нужно отложить это все говно, которое у меня есть. Что у меня тут ненужное? Это ненужное. Селитра, где тут была селитра. Лопату делай. Лопату. Это пускай валяется. Кокос я сейчас посажу. Пальмы подрастают, но еще все-таки малы. Все еще не очень. Будем ждать. О. Это то, о чем я говорил. Наконец-то. Прям один за одним. А у меня уже нету ни хрена еды. Ну ничего, сейчас пойдем к крабов. Фиганем. Все будет окей. На крайняк я буду есть семечки. Не хотелось бы, потому что больше намного еды дает, когда я что-то сажаю. Ну что ж сделаешь-то? Ты ляви, блин. Давай сетку еще одну. Я не знаю, но вроде как я понял, как ими пользоваться, этими сетками. Так, у Пакима здесь... У Пакима все нормально. Пока что разве что вот это дело. Не сгорит? Нет. Не сгорит, хорошо. Ну пошли. Хотел бы умирать. Палочек, в принципе, достаточно. А вот травы, если что, не очень много. Надежда на крабов. Надежда на крабов и еще на что-то. И на грибную лодку, конечно, надежда. Давай, наверное, экипируй это дело. А, где тут? Вот они. Ляу, да. Конечно, темнеет. Как вы думали? Темнеет. Конечно, конечно, конечно. Да. Угу. Тут мой костерок был. А че ты не поймала никого? Что, дерьмово поставил все-таки? Я знал, что я дерьмовое поставил. Но не знал, что настолько дерьмово. Хряк, хряк, хряк. Его бы, наверное, грохнуть, что ли? Так, переставь эту ловушку. Какого хрена она ничего не ловит? О, три краба. А должно было быть четыре. Во. Вот. Во, все нормально. Мидии, отлично. Тут мидии поспели. Где еще мидии? Не поспели. Или что это такое? Блюдечки морские. Ну, один хер мидии. О. Только не убивай, только не убивай. Один кокос. Один кокос тоже кокос. Ну, семечек нормально уже. Лопата, лопата. А если его раздолбать, пока он там? Что будет? Неизвестно, что... О, кокосы. Не хочется их есть, хочется их сажать, чтобы у меня была кокосовая, блин, роща. Давай. Ну, наверное, стоит разжигать деревяшками. И сделать надо лопату уже мне. Угу. Молодец. Это ты молодец. Так, сейчас здесь все будет уже херово. Потому что придет ночь. Будем ночевать здесь, значит. Блюдечки я не собрал в должном количестве. Конечно же. Шишек зато до хрена. Сажай, не хочу. Все, он даже уже спать лег вообще. Да, ну перестань. Возьми это дело.
Не хочешь, пока у тебя руки заняты, не берешь семечки? Ты даешь вообще, профессура. Глубокая ночь пошла. Я надеюсь, трава поспеет, и мне не надо будет заниматься больше таким маразмом, маразматической хренью. Такой. Посмотреть, а ну. Эй! А что она затопленная была? Нифига здесь никогда из них не выпадает, это очень прискорбно. Ага. Давай. Сжигай. Хотя нет, подожди, сжигать. Тут еще целая ночь впереди. Крабов нету. Крабы что-то не ловятся, не хотят. И... Блин, я забыл, что у меня лопата. Он лег спать дальше? И спи. Да сука ты! Че он такой крепкий? Я-то думал. А там нет, не все так просто. Нет, с этой сволочью я не хочу сражаться. Это будет... А мне не сражаться? Сейчас мы поплывем. Сейчас мы поплывем, наверное. Как только расцветет, я поплыву, значит, делать налет на рыбье. Нормально. Живем. На рыбье угодье. Где тут, кстати, наша лодка? Там плот. Нет, на плоту дерьмово, на лодке надо. Я даже не знаю, можно ли установить траловую сеть на плот. Или можно. Можно или нельзя. Да, сохраняй меня, конечно же, сохраняй. Почему они не ловятся пока... А, ночью они в принципе не ловятся. Или ловятся. Покемон, давай. Да туши, туши, мне насрать. Где ты? Ну где? Все, видишь, ты сдох, пацана. А, да, о! Блюдечки. Блюдечки, блюдечки. Да ты гонишь. Покемон, на тебе. Да. На блюдечках мы немножко протянем даже. Костру, к костру, срочняк, пока он не погас. Не должен, в принципе. Во. Горит. Ешь. Хорошо. Так, свинорыл, ладно, не будем пока его трогать. Не знаю, как он... Мне сказали, что он по-любому будет атаковать в этом кораблекрушении. Поэтому я не уверен, что я с ним справлюсь. С тем, что у меня полжизни и вообще все плохо. Чего его подтапливает-то? Какая тут покруче лодка? 96, ну нормально. Я так понял, вместо паруса ставится рыболовная сеть. Где тут у нас что? Мидии. И, кстати, мне тоже посоветовали быть аккуратным, потому что при ловле повышается вероятность появления кракена. Ну где? Лодка разваливается, а это нихера. Что это такое? Лобстера поймал? Лобстера, я не понял. Поймал или так не поймаешь лобстера? Не знаю, по-моему, так не поймаешь его. Вот эти три точки я ищу, они вроде как должны быть мидиями, да. Вот. Где тут еще они? Блин, у меня так лодка раздолбается нахрен. Вот они. И вроде как она должна набраться полная, а потом отцепиться сама собою. О, вот тут рыбное место. Давай. Хорошо, отлично вообще. Опа, отцепилась. Ага. Нет, не ешь, потом будем есть. Рыбу поймали.
Паким тебе. Да. Траловая сеть. Рыбу нельзя ему. Давайте оно ее съест нахрен. Так, давай еще одну сетку. Не, ты что, сдурел? Пировать, давай вот так. Я ее с таким трудом сделал. Так, уже понижается, блин. Я так и не... Ну ладно, сейчас быстренько попробуем что-нибудь натыковать. Ночью я не увижу, что ли? О, рыба, 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 рыба. Во, во, во. А он ловит эту рыбу или нет? Или эту рыбу только на удочку можно поймать? Какую-то херню поймал. А вот эту собаку можно поймать или нет? Чувствую, что не поймаю ее так. В любом случае... В любом случае, не думаю, что это хорошая идея за ней плавать так долго. Косяки сразу видят сетку и все, и уплывают нахрен. Биоэлюминесценцию я поймал. Так, ладно. Водорослей поймал, две медузы, да? Паким, а ты съешь медузы? Или нет? Не знаю, я ее пока не буду убивать. Да, да-да-да. Ладно, плывем обратно. Пошла в задницу. Ты что-то будет. Две. Ну просто. Так, здесь есть еще одна лодка, ладно. Мы не будем испытывать судьбу. И ломанемся через остров. Выйти нахрен, выйти срочно. Выходи, во. А тебе что выходить-то, собственно? Здесь. Здесь костерок. Костерочек, костереночек. Будем жарить рыбу нахрен. Жарь. О, а ну-ка, мидия. Давай посмотрим, сколько дает жареная. Так, 22. 12 дала. Оу. Не жареная убивает, а жареная дает больше насыщенности. Интересно, если я помещу эту биоэлюминесценцию в это, в бутылку, это будет фонарь? Или как там он делает с фонарь-то? Так, 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 да. Это все мы посадим. Но теперь у меня есть семена, я смогу там прожить, в принципе, у себя на острове. О, вообще все отлично. Так. И дерево, и семена, все есть. Вон они там еще. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Че ты с меня хочешь? Давай, пока есть возможность, будем собирать эту траву. Паким храмит так громко. Храмит, храпит так громко, говорю. Громко. Да и закончилось место? Нет, еще можно. Нормально. Давай, это тебе. Ага. А это мне. Гонщик давно не было, я прям даже уже не знаю, когда они появятся там. Ладно, не будем ждать, долго ждать. Пошли, наверное, 8%, ну хрен с ним. На 8% далеко не выйдешь. Это свинорыл. Выключился. Блин. Ты его подержишь? Подержишь. От этого еще? Нельзя, блин. Ладно, сейчас сделаем рокировку. Ешь. Убивай. Да, убить его нахер. О.
Ловушки срабатывают ночью все-таки. Или это дело в другом, не знаю. 90 рассудка. Даже тогда играется нахрен. Особенно с факелом. Точнее, с его отсутствием. Все, сейчас расцветает, он должен дожить. Отлично. Дожил. Блин, да что ты будешь делать? Ой, по мокрому этому песку вообще неохота гулять. Прыгай давай, прыгай, быстрее. Надо на базу сажать обратно это все дело. Хорошо. Хорошо, когда две лодки, мне не приходится бегать до хрена. Но плохо, когда рассудок понижается. Поноси пока. Может быть, немножко поднимет тебе. Лепестки это хорошо, но у меня они все закончились. Я их доел, дохерачил. И все. Ага. Во, ягоды, это надо. Сейчас соберем. Сейчас соберем урожай. Сейчас. Сейчас. Сажать, это, конечно, хорошо, но у меня нет холодильника, поэтому у меня ничего долго не хранится. Очень плохо. Но долго не хранится. Так, кокосы. Уже подрастают, надо еще большего дождаться. Эффекта. Давай сажай. Большего эффекта, чтобы больше было кокосов. Блин, поднимайся, крышка, не съезжай. Пожалуйста. Так, кукуруза. Отлично. Мне бы говна побольше и больше еще этих. Хотя я думаю, я за ними не успею уследить. Где там мои семена? Или успею? Добытческая прям такая серия. Капец. Ешь так. О. Да. Мясо рыбы не ешь так. О. Ягоды. Конечно. Знаем. Он жареный, повышает маму еще и жизнь, да? Да. Чтобы не сдохли. Палок много, семян много. Это хорошо. В принципе, жрачки с собой нету. Хотел бы я отплаваться в дальнее плавание, это отплаваться, отправиться. Но не тут-то было. Наверное, соберем все-таки еще говна. А, да, на чем мы соберем? А, тут есть лодка у нас. Соберем немножечко. Где оно тут у вас? Может быть, даже на одну хватит сразу. У меня там вроде было еще в закромах где-то говнецо. Давайте без зоны работать. У них, короче, тут бывает брачный период. И они могут на меня еще и напасть за время. А рассудок понижается. Да не тренди ты, что ты стоишь? Чего они так замирают по-дурацки? Так, ну чё ты? А чё он его лупашит? Тука, ну перестань! Паким, иди сюда! То, о чем я говорил. Ладно, не убивайте его. Все, пошли в задницу, корова. Пошли, Паким, пошли. Пошли, у нас есть говно, я думаю. Так, долбаные осы. Блин, осы. Змеи. Где-то здесь должно было быть. Одно! Не хватает
Твою мать. Ладно, в следующий раз. Хорошо. В следующий раз, так в следующий раз. Надо поспать. Потому что крышка двинется. Просто крыша двинется и все. Ты хочешь есть. А кто же не хочет? О. Хорошо. Так, как тут делаются у нас лодки хорошие? Бронированная лодка и набор для ремонта лодки. Жало. Здорово, я его в глаза не видел ни разу. Бронированная лодка. 6 досок. Хера себе. Грузовая лодка. Обычная будет, как всегда. Как всегда будет обычная лодка. Ага. Куда мы денемся с подводной лодкой? Никуда. Или это мне не надо? Это мне надо скорее. А скоро я тут все это выкорчу говно. И здесь не будет ни змей, ни хера. Как я буду защищаться от долбанных гиен. Адских тварей. Пошла в задницу. И трогать ее руками. Пошла нахер. Вали. Так, ну у нас тут еще ничего не созрело, не соспело. Сделаем лодку. Дерево. И даром я дерево нахерачился. Брось пока. Угу. 3 или 4. Там было. Да. В принципе, я так понял, ее не надо таскать сюда. Парус. Для паруса еще 2. Эй, ты че? А, он траву не жрет мою? Подлюка. Для паруса нужны эти штуки тоже. Будет новая лодка, отправимся в хорошее дальнее плавание. Может быть, даже за тем сокровищем. Не знаю, что там, кстати? Вроде должно быть что-то хорошее. Так, и еще вот этого говна. Все, змей больше не будет на этом острове, я их искореню. Да, конечно, опять темнеет. Да какого хрена, блин, такая длинная ночь и такой длинный вечер. О, созрело все. Делай парус. Каким у тебя? У тебя. Где-то здесь. Биолюминесценция. Молодцом. Так, ну это мы закрома положим. Это оставшееся тоже. Это бросим здесь. Траву вот сюда, естественно. Топоры, вся хрень. Да-да-да, все нормально. Ты держишься. Я в тебя верю. Быстро спеет, так хороший сезон вообще. Отличный. Так. Пик. Пик. Ну что же, в следующей серии у меня немножко есть жрачки. Че она такая вся разнотипная, а? Покемон, ты можешь сказать мне или нет? Хоть 2 картошки, блин, слава богу. 2 одинаковые. Долбаные змеи сюда плывут. Пошли в задницу, змеи. Сука. От зараза. На тебе. Покима убить захотели, твари. Все, нормально. Это не засадило. Сука, а че это вы ползете? Я расхерачил тебя? Сука, нет. Так, одень шапку. И защиту. Ай! Падла. На! Да на тебе! Ну, сдохни же, сдохни! Ага. Так, мясо пускай вялится. Да какого хрена? Что это за нашествие?
Не, ну мясо, конечно, хорошо. Но все-таки. Что за дела? Так, ладно. Разведем-ка, наверное, костер. А то уже ночь. Да ну что ты сделал? Во! И вот на этом будем завершаться, а в следующей серии уже надо будет лупенить на дальние острова. Хочется что-то нового, хочется приключений, охота. На этом все, всем спасибо, вы знаете, как меня поддержать. Подписка, лайк, коммент, не забывайте про полезные ссылки в описании видео. Делитесь с друзьями и бабай!